Ее с вот этих слов приветствия, а просто начни. Ну, всем привет. Блядь, сука, говоришь этому долбоебу, не начинай со слов приветствия, мы же просто продолжаем. Нет, он всем привет. Да, всем привет, привет. Мы продолжаем играть в Бигфута на зимней карте, потому что на той карте у нас выдала краш ошибку, но мы такие думаем... Хотим поиграть на зимний, а потом вернуться на ту. Собственно, ну потом вернуться. Кстати, напишите в комментариях, не очень хотелось. Можно ли сохраняться в этой игре вообще? Вот просто если сейчас Толя, вот сейчас Толя создатель лобби, вот посмотри, Толя, у тебя есть? Все, я сохранил, Дань. У тебя просто есть глаза открывать? У тебя есть сохранение, да? Да, Дань, просто иногда надо открывать глаза. А можешь мне дать пистолет с патронами, а то ты все забрал. Вы очень плохо себя вели, будете, блядь, добывать оружие себе сами. Ты охренел? Нет. Дай пистолет, я тебе оставлялся. Сука, ну если тебе впадло было даже посмотреть, как кнопку сохранить, где она есть вообще, ну это ж пиздец, Дань. А чё за кнопка? Просто менюшка. Блядь, ну ты escape нажать можешь посмотреть? Нажал, у меня нет такой. Правильно, потому что ты не хост. А у тебя есть сохранить прям, да? Да. О, ну замечательно, это хорошо. Ну, тогда будем от тебя сейчас проходить зимнюю, будешь сохраняться. Ты пистолет дал, да? Дал, дал, ушел, все, пошли. Это мне только не нравится то, что тут гравитов, блядь, оптимизутоний куда-то иссяк весь на этой карте. Оптимизония иссяк. Ну, оптимизония бы сюда завести побольше этого великого элемента таблицы хорошего геймплея. Mm-hmm. Она. Так, ну, ну ты все капканы залутал, все камеры. Не, какие капканы, ты шо, я ничего вообще не брал. Ну камеры ты точно все взял. Нет. Их нет просто в вагоне. А, пищу, да, все взял. И капканы ты все взял. А, не, вот я нашел капкан еще. Так, тут нет больше ничего. Данючик, как обычно, что-то там блуждает у себя как-то в своем мирке. Не надо-то. А потому что надо все лутать. Лось, съебись. А, зима, кстати, красивая, и по FPS-у даже побольше. Зима красивая зимой. Чё нам гонять по летнему лесу зимой, вот ты мне скажи. Новогодние каникулы. Чё за бред? Ну ладно, можно, в принципе. Можно? У меня опять камера. Я добился этого. У меня камера опять. Я фоткаю. Фоткай, фоткай. Это твоя работа как старпёра, бегать сзади и фоткать. Да, только я старпер, у которого в описании написано то, что учился охоте на Бигфута до хренища годов. С 6 лет видел Бигфута. Ага, учился. Нашел тотем. Только что. Учился он, блядь. Смотри, как надо сейчас. Да, только мы с тобой разделились. По жопе, вот сейчас попробую тебя догнать. Ну, что я могу поделать, если вы такой слоупок, товарищ. Ладно, что-то на флайер ему было похуй абсолютно. А он нужен, чтобы его отпугнуть. Да как-то странно и призвать бы его еще этим флайер. Он сам прибежит. Здесь он, кстати, беленький должен быть. Ха, беленький. Ну, ну, пожалуйста, опять фоткать нужно. Тут вон есть даже знак «Осторожно, Бигфут». Бля, я испугался, я сам себя сфоткал. Бля, ты нашел место, где сфоткать, да? Сфоткать не можешь, я угадал. Конечно, конечно. Ну, я вернусь потом к тебе туда.
Что-то непонятно. Чё тебе ебать, ты кто? А, это статуя оленя, блядь. Васяш опять балуется ледяными скульптурами. Они все замерзли. Я почти дошел до твоей этой будки. Ну нихуя себе, тут ёбнуться вниз можно. Тут очень такая карта, по которой кататься можно. Тут очень такое место, с которого как можно сигануть, так все кости переломать. Что-то не пойму. А что сфоткать-то надо? Отметка есть. Старый дед забыл таблетки, не понимает, что делать. А, нашел. Ты ж камеру здесь оставил. Посмотри в камеру, кстати. Ебать ты страшный, ну как обычно. А ты вообще ж черный. Суешь, блядь, вы на Ютубе. Вы в Америке, вам должны пизды дать за... Так ты уголек на себя кинул. Кинул? Я в кострище просто упал, блин. Ледяные скульптуры, олень, лось, медведь, я офигею. Ага, у меня вон тут дерево упало. А я что-то не понимаю, я только что там сфоткал говно это. Почему оно до сих пор на карте отображено? А я вот еще чего не понимаю. Я уже сколько бегаю, а этого мамонта я до сих пор не нашел. Как мне его заскамить, если я его не встретил? Ночь прошла без него. Ну, в натуре. Не заскамили мамонта за ночь, ну а как то? Странно. Наверное, просто камера так отмечена, тут ладно. Ой! Чё? Волк напал. А, я думал, у тебя вот мамонты. Волк на меня в наглую напал. Пришлось его застрелить. Бедняга волк на него. Че, у тебя там ничего нет? Не, нету. Да, прикольно. Ну, какие-то уебанские звуки только, я не понимаю, что это так. А то у меня птички какие-то выебываются, наверное. Тоже такое есть. Я бегу по дороге съебаться отсюда. Кабаны. Я сваливаю отсюда. А, понятно. Дорога закрыта. Кошки какие-то, еще какое-то говно. О, как круто лететь-то. По съебам я не смог дать, потому что там все перекрыто. Смотри, как я по карте улетел. Кайфом. Теперь надо идти в другую сторону, желательно куда-то так. Ну, по крайней мере, ко мне подходить поближе надо. Ну, я пытаюсь. Мой уголек, он долго бегать может. У меня дед пока тоже нормально носится. Я нашел пещеру. Хотя я точно знаю, что мне для полного счастья просто дольше бегать надо. Ну и быстрее, не дольше, наоборот, даже. Так, о, дробаш. Все, живем. Блять, на меня дерево ёбнулось. Идешь, идешь, один наебальник какой, пихта падает просто. Или шо это, ёлка, пихта, там, секвойя, хуй. С кайфом, наверное, да? Угу, ничего не скажешь. О, вот след Бигфута нашел, сейчас фоткаю.
У меня еще винтовку нашел, такую же, как у себя. Ну вот, кстати, когда в первой карте играли, хотя бы двух людей нашли. Здесь мы пока не понимаем даже, где люди. Камера ночного видения. Сейф нашел. Вообще, куча всего. Че, мне к тебе в деревню идти? Нет, там не деревня, там один дом. А-а-а. Ночью-то желательно... Охуеть, я обосрался. Динамит, на. Тут, короче, я бегу, фигак, и вороны полетели от меня резко, я охренел. Динамит это топово. Это вот он подбегает к нам, мы динамит ставим, он в капкан попадается, в динамит стреляешь, взрывается, все дела. Жестко, короче. Бля, в капкан попадается, динамит ставится, все взрывается, ёпти, сколько много действий. Ну это надо заранее ночью его так заскамить. Ну как? В капкан, чтоб он попался. Ну, надо в доме сидеть, он пойдет ломать дверь в доме. Дверь сломает, в капкан попадется. Вот и все. Может, я из этого просто сделаю свой четвертый фит, так сказать, шахитку. Короче, немножко, я думаю, мы с тобой скоро встретимся, потому что ночь близка. Зима близко, а у хохлов нет газа. Уже который год подряд, поэтому шутка не смешная. Еще мало того, мы его ни разу не видели. Не переживай. Я третий тотем уже нашел. Не переживай, мы его увидим в последние ночи. Иди, короче, ко мне, потому что я думаю, что... Что-то я уже нашел. Да иди своей дорогой, сталкер, не кипишу. Почему? Ну, потому что мы так быстрее всю карту посмотрим. А потом типа делиться лутом будем? Ну, может быть. Ну, не может быть, а так и надо будет, потому что у кого-то чего-то может не хватать. Блять. Опять я в ловушку ебнулся. Я даже это услышал. Да вы заебались с этими ловушками, сука. Не научился ее обходить еще, да? Нашел еще. А, в этот раз она тебя не продамажила, да? Угу, я же не мамонт, как ты. Да, только я не попадал в ловушку ни разу. Потому что ты, блин, сколько я карты обошел, сколько ты. Ага, в прошлый раз вместе ходили. Вот это я нашел деревню. Чё? А, ладно. К тебе случаем не поехать? Не знаю, хочешь ей. Не хочешь, не ей. Ну, ты очень далеко. Я, ну как ты не дожди. Ночь-то настанет, я не знаю, что делать. Ты мне даже аптек не оставил. Ну... Великодушный, блин. Слоупок, что с тебя взять? Не слоупок, а делиться надо. Ну, если ты все заложал. Я тебе первый раз все оставлял. Где ты там мне все оставлял? Я его встретил. Прям во дворе. Бегу за ним. Он от меня бегает в ужасе. А ночь-то близка. 1200 у него, нормально мы его отдамажили первый раз. Оттарабанили. Так, а вот теперь мне страшно. Могу сказать, что по луту эта карта просто превосходит предыдущую.
Этот ебаный громкоговоритель пробил. Может, он прибежит сюда? Да, так и будет. О, все, я знаю, где я буду сидеть. Я нашел дом с лыжами. Так, свечечка. Плазменный телек. Круто. Ебать ты, кефир. Он к тебе пробежал? Да нет, тут просто лужа крови, я думаю, нахуя было, блять, огурец запивать кефиром. А, ты нашел там какую-то штуку, которую я сфоткать должен. Ну, может быть. По карте вижу. Интересно, кому он придет раньше? Даже не знаю. У тебя нет случаем пароля от сейфа? Не, я ж там не был. Я уже один сейф открыл, как бы тебе искать бы надо там просто. Понятно, уже утро настало или ночь до сих пор такая светлая? Так. Он ко мне пришел, жесть. Да не бей его, да он видит слабого, он идет. Да, 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 он сейчас дверь мне сломает, и он капкан сломал, падла. Я новый ставлю. Он меня просто насилует. Заебись, хуй. Я в окно выпрыгнул. Жесть, что происходит? Блять, сколько патронов я насобирал, это пиздец. Козёл. У меня патроны только кончаются. Я один, блин, с ним дерусь. Вот смотри, как я его один продамажил уже. Ну, молодец, молодец. С тобой было бы это побыстрее как-то. Блять, просто даже лежит пистолет и две пачки патронов. Он даже аптек мне не оставил, чтоб я похилился. А у меня осталось 30 хп. Ебать, этот мамонт ко мне нахуй пришел. О, слава богу. Давай нахуй из окна вылезай в пизду всю. Я из второго этажа нахуй выпрыгну. На въебало с флайера, пидор. На въебало дважды. Я не пугается. Должен пугаться. Блин, у меня вообще это... Фаеров-то нет. Надамаживал. Как царь. А, о, патрон сигнальный. Он ко мне вернулся. С кайфом. Ну ебашь его, чё ты. 30 хп. А как он к тебе мог вернуться, если он убежал вообще вдруг? Блять, их шо, два у нас, что ли? Да не должно, один. Я просто его слышал рядом. Так не пизди, пожалуйста, он назад ко мне прибежал, вот я его сейчас пью. Прибежал к слабому. Нет, он пошел, взял столб. Он боится меня без столба, пизда. Так у меня точно так же он дверь ломал. Это что я, блядь, нашел? Ай, шлюха, ну чё ж ты меня, блядь. Ай, ебать он меня, пока наебил, конечно, по земле. Когда он от тебя отойдет, сохранись. Ну давайте. Девять аптечек, мужик. Ты мне, блядь, я могу войну пережить. Так надо мне поделиться дать. Ну так приди ко мне, ты заебал в одном месте где-то сидеть. Код ищу. Код он ищет. Там этот код искать как нихуй делать. Я понять не могу, в чем у тебя проблема. Ой, я думал, я это НЛО нашел. Это фуникулер просто, оказывается. Ладно, хрен с этим домом. Можно, или он так, уже утро настало, да? Ну, да.
Ну, тогда... А ты все дальше и дальше уйти пытаешься. Мужик, я двигаюсь по карте, я ее изучаю. Это ты на месте что-то там стоишь, застрял. Мамонт, блядь. Коду ищет 3 часа. Вот поэтому я и не захотел на старой карте еще раз играть, потому что, блядь, так же 3 часа каждый уголок осматривать. В итоге нихуя не найти. Ну, надо запомнить то, что в этом доме код нужен. Он где-то рядом со мной. Да он у меня тут рядом орёт. Понять не могу, куда я сейчас иду. В конец карты ты идешь. Да нет, мужик, я же на гору поднимаюсь, только тут я ж не просто так, я по дорожке. Ну, я куда-то приперся. Сейчас посмотрим, что тут. О, ну, спасибо, здрасте, аптечка. Да тебе до хрена аптечка. Ну, хули, я же хожу, утаюсь, а не просто, блядь, на месте топчусь. А, это ты просто камеру тут оставил. Нет, там на дереве была, блядь, это самое, сфоткать. А, во, вижу. Ну, все запечатлилось. Ну ты делиться больше аптеками. Ты дойди до меня сначала. Да ты сам убегаешь в жопу мира, чем за тобой бегать. Ну нет, блин, мне стоять на месте ждать, пока ты там доутаешь. Надо найти место, в котором его ждать, потом принять на ночь и все. Я вот вообще могу вторую жизнь подарить. Вообще могу. Моги. Только вот если он меня грохнет, я уже ничего это не сделаю. Газовый баллон залутал. За еще его именно лутать можно было. Да. Взорвется как пипец. Так взорвется он. Ну, взорвется как взорвется, пух. Дамага будет. У.
Так, фаер дали. Чтоб если что отпугнул его. О, аптека. Блядские, сука, часы. Обосрался? Да они заебали вот так вот работать. Долбоёб какой-то их настраивал. Итан. Итан и я снимаем атаку на меня. В случае чего я буду кричать в лесу. Даниэл Робинс. Ну, Даниэл так и не прокричал. А, у меня даже планшета нет по камерам посмотреть. Все залутал. Хорош. Так. Он, короче, где-то то ли кого-то сожрал, то ли в капкан попался, непонятно. Но ты капканы, наверное, не ставишь. Ну, у меня их и нету. У тебя там нет кода в том доме, в котором ты сейчас сидишь? Какого, блядь, кода, Даня? Код этот у тебя там, в том, в твоем доме должен быть. Второй дом нахожу, где код непонятно. Ну, знаешь, похуй, у меня все коды прям перемены. Че, будем его этой ночью вместе принимать? Да найти бы друг до друга еще. Да тут как нехрен делать уже. Ой! Я успел из ловушки вырваться. Я попался в ловушку, но успел от нее избавиться. Круто. А мне знаешь, что больше всего нравится? Даже если ты случайно по какой-то лишней клавише долбанул, тебе не засчитает то, что ты просрал, меня медведь жрет. Так, Толя... Давай в тот дом вернемся, из которого ты побежал. Я иду просто навстречу тебе. Нужно. Да не совсем ты навстречу идешь. Ну я обхожу как бы. Сейчас там будем что? Обмениваться лутом. Я в дом бегу в этот. Это какой дом? Он там, блядь, на горе этот дом стоит. Который на горе. Ты гонишь, блядь? Тебе обойти надо где. Нахуя ты туда пришел, долбоёб? Я тут только ушел, там нет ничего. Пошли в тот, в котором я сидел. Я тебя вижу. Золотай. А, кстати, вот воскрешалку мы еще не находили. Ну, похуй.
Ночь светлая. Ну, кстати, да. Даже фонарь не нужен. Вот в этот дом сейчас засядем. Вот в нем есть сейф. А код я не вижу. Короче, давай, что тебе нужно? Мне надо нихуя. У тебя есть на дробовик патроны? Да, есть, но как видишь, я сам с дробовиком, поэтому идешь нахуй. Ну ладно, ладно, ладно. И аптеку тоже немножко. Ну как немножко? Чтобы жил. Так, на пистолет. А ты сейчас с дробовиком, не с винтовкой бегаешь? Он здесь! Я капкан кладу. Я положил капкан. Я положил эту. Отходи от двери. Стреляй, стреляй. В окно прыгай, если можешь. Ай-яй-яй. А ты сколько аптек дал? Я тебе 4 дал, мужик. Окей, уже одна использована. Ну и нихуя мы его не надамажем. Да не, почему? У него было, грубо говоря... Хотя... Он просто не сильно попал под взрыв. Ну а так его оглушило. Кажется, я, блядь, попал под взрыв больше, чем он. Золотой капкан вот этот себе пригодится. Ты ж камеры ставишь. Так, ну, кода я в этом доме не вижу. Значит, и зацикливаться на нем не нужно. Нету, так нету, хуй с ним. Ну, кстати, а, телек рабочий. Или уже не рабочий, телек работал. Короче, грубо говоря, дверь он сломал, дом этот бесполезный уже. Ну да. Надо куда-то туда съезжать. А он давай, он сейчас сюда прибежит, а мы по тросу свалим. Зачем от него убивать, его надо ебать? Ну если вдруг. Да не, ну ты чё? Какое вдруг? Ты как вообще так можешь? А ночь темней стала. Ну так, вырежь. Как ты так пытался, что ты патроны пропустил? Не знаю. Ну, бля, как ты обычно. Тоже много чего пропускаешь. Где? Например, в фургоне я за тобой капканы собирал. Думаешь, я хотел их подбирать? Ой, да не отговаривайся. Блин, уже день настал. Чё по времени у нас? Час ночи. Эх, мужик, блять, спать хочу. Но мы можем сохраниться и на этом моменте остановиться и потом начать, если хочешь. Давай. Чё, сохраняешься? Куда нахуй? Хотя погоди. Где-то он тут. Или его не бежит, по-моему. Где показалось? Ну, сохраняйся. Ну, все, по идее, сохрани. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тотем Паут и... Издевалочка. А мы пока заканчиваем, продолжим в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всегда, до скорых встреч, всем пока. Да, до свидания.